Янтарная кислота – это натуральный стимулятор роста для огурцов, томатов, клубники, кустарниковых и комнатных растений. После нескольких таких подкормок в течение сезона урожаи цветения будут выше всяких похвал. Она отлично разводится в воде, но готовить раствор для подкормки надо непосредственно перед использованием, поскольку хранить его можно не больше 3 суток в темном месте. Янтарная кислота используется в небольших дозах, быстро усваивается и нейтрализуется. Для получения 1% раствора потребуется 1 грамм янтарной кислоты развести на 1 литр. Литр воды, после чего долить еще 9 литров чистой воды. Если использовать таблетки, то чтобы получить раствор нужной концентрации, надо развести на литр воды 1 таблетку. Спектр применения у янтарной кислоты просто огромен. Она стимулирует прорастание семян, если замочить семена в растворе из 1 грамма кислоты и литра воды. Она помогает укорениться черенкам после обработки в растворе. Нижний срез надо погрузить в раствор из ведра воды и 2 таблеток янтарной кислоты на 12 часов. После обработки черенок можно высаживать в почву или почвосмесь, и приживаемость будет близка к 100%. А еще янтарная кислота ускорит приживаемость перед пересадкой растения. Надо опустить корни растения в раствор янтарной кислоты на 1-2 часа, и после пересадки надо смочить листья и стебли тем же раствором, чтобы поддержать их, пока растение не приживется. Чтобы простимулировать развитие новых побегов, ускорить начало цветения и простимулировать плодоношение культур, тоже надо опрыскать посадки раствором янтарной кислоты. Это удобрение подойдет для пикировки, пересадки, для адаптации растений и для продления плодоношения в неблагоприятных условиях.